А как, собственно, у Стерлинга эти числа возникли? Чисто в гибраических формулах. Вот заметил, что это не N, можно представить в виде суммы многочленов, начинающихся с первой степени, кончая первой степени. А именно в качестве этих многочленов он взял вот эти самые убывающие субфункционалы. Давайте я вам явно напишу, что это такое. Это такой многочлен. Здесь вы можете на x минус 1 и так далее, на x минус k минус 1. Ну, при k равном единице. Это просто x, очевидно. При k равном 0. Формальных соображений удобно считать, что это единица. Ну, действительно, если 0 со множителей, то это единица. Да? Вот. Ну, а дальше вот работает эта формула. Так вот, оказывается, если мы берем вот эту последовательность многочленов с нарастающими степенями, последний из них будет иметь как раз степень n. И умножим их на число степени, то у нас как раз получится x в степени n. Ну, можно эту сумму начинать не с нуля, а с единицы, но это все равно, потому что при k равно 0, sn по нулю у нас равно 0. Ну, это и понятно. Действительно, у многочлена x в степени n свободный член равен нулю. А это что за многочлен? Все вот эти многочлены, видите, они делятся на x. Так что если раскрыть скобки, то свободный член тоже будет равен нулю. У всех, кроме вот этого. Но как раз умножается на 0. И пропадает. Но раз так, то в принципе можно вот такую форму написать. Просто начинать с единицы. С тем же успехом. Раз там 0 все. Ну, для красоты можно так сделать. Вот такая вот алгебраическая форма. Она, надо сказать, появляется в теории интерполяции. Потому что в теории интерполяции мы можем многочлены представлять обычным образом в виде линейной комбинации вот, степеней. А можно представлять в виде линейные комбинации вот таких вот выражений. Это метод интерполяции Ньютона. Ну, поскольку Стерлинг как раз этим тоже интересовался, то вот он, похоже, что к этим числам мог прийти именно на этом пути. И это даже, наверное, никак не связано с его формулой Шрёдингера. Так что его определение числу Стерлинга было чисто алгебраическим. Ну, легко, кстати, проверить, что эти числа однозначно определяются. То есть, если мы изменим эти коэффициенты, то вот эта сумма уже не будет равна x степени. Так что есть только единственный набор коэффициентов, который делает эту формулу правильной. Это как раз число степени. То, что единственное, это вы можете сами проверить. Значит, ну, как же... Ну, почему бы это... Его алгебраическое определение совпадает комбинаторно. Но это можно вот, например, как доказать. Во-первых, мы можем заметить, что Sn по нулю у нас, согласно этим формулам, равно нулю. Как мы уже проверили, правильно? Ну, кстати, S0 по нулю, надо признать, что будет единицей. Вот именно из этих формул это вытекает. Потому что x в нулевой степени это единица. Сумма здесь будет из одного слагаемого, k равно нулю, x с индексом 0, это тоже единица. Значит, получается, s0 по нулю должно равняться единице, чтобы эта формула была равна и плен равна нулю. Sn по единице из этой формулы так просто, конечно, не увидишь. Зато можно увидеть sn по n. Sn по n из этой формулы хорошо видно, что это будет единица. Действительно, старший коэффициент. При x степени n здесь единица. А здесь какой будет старший коэффициент? Все слагаемые, где k меньше, чем n, там вообще степень меньше, чем n. Они старший коэффициент никак не влияют.
Африка Раманамен, у этого многочлена, я вот его ждал, старшая центральная единица. Ну и умножаем на стену ФН, получается единица. Ну а теперь можно, глядя вот на эту геморроическую формулу, попробовать получить рекуррентное соотношение. Вот такое же, такое мы получаем. Sn плюс 1 по k равна k на Sn по k плюс Sn по k минус 1. Его можно вывести для вот этих чисел, из этой формулы. Но после этого совпадение вот этих, так сказать, алгебраических чисел, стерлингов, алгебраических, комбинаторных, уже будет понятно. У них рекуррентные формулы одинаковые, а Sn по n равно единице, так как и должно быть, Sn по нулю равно нулю, или там вот единице тоже как это положено. Ну, а раз тиральные значения треугольных действительных совпадают, а сам треугольник строится по тому самому правилу, ясно, что и треугольники построены для этих чисел и для комбинаторных, они просто совпадают. Так что достаточно, например, доказать вот это точно, исходя из этого алгебраического определения. Ну а как это можно сделать? Немножко могу даже подсказать. Ну давайте, во-первых, x вам будет первой степени. Тогда формула будет такая. И коэффициенты при вот этих многочленах будут вот такие. А с другой стороны, мы можем эту формулу получить так. Мы берем эти степени n. Давайте я его опять восстанавливаю. И умножаем обе части на x. Ясно, что это и это должно все совпадать. Но теперь, значит, что такое x умножить на, как это можно написать? Это можно написать так. X мы можем представить как x минус k плюс k. Ну, а вот это чему равно? Это будет x на x минус 1, далее на x минус k плюс 1. Ну, теперь я раскрываю скобки. X минус k я ставлю в конец вот этого произведения. Получается x на x минус 1 минус k плюс 1 и на x минус k. И прибавляю k умножить на вот это произведение, но оно уже без x минус k в конце. Ну и в итоге у нас получилось такое точество. Убывающий субфакториал длины nk k плюс 1. Прибавляем k умножить на убывающий субфакториал длины k. Это будет то же самое, что x умножить на вот этот убывающий субфакториал. Вот такое точество получилось. Вот нужно это точество использовать. То есть нужно заменить вот это выражение на вот такую сумму, но потом сравнить. Привести подобные члены, сравнить и обнаружить, что коэффициенты получаются.